Вот такая колонка. Знаете, что это такое? Это Hala 200. Крутая пати-колонка. Объясню. Дело в том, что она не просто светится. Она не просто имеет 120 ватт. Она не просто имеет гитарный выход. Она имеет два микрофона. Классных два микрофона. И можно петь в режиме караоке. Очень громко. Это очень качественные микрофоны, скажу сразу. С такой вот классной индикацией, с хорошим звуком, с возможностью менять канал и частоту для того, чтобы избежать помех, куда-нибудь там помешать кому-то или чтобы вам не мешали, и с возможностью вас вне проигрывания до 18 часов и синхронизации 100 колонок одновременно. Это просто невероятный вообще момент. Ну что, поиграем, попоем на канале Технозон. Поехали. Сразу смотрим, что на этой колоночке есть. Сзади у нас, это первое, на что следует обратить внимание, заглушка. Здесь IPX4. Есть коннектор для зарядки. Есть у нас вот такое вот гнездо для джека. Два гнезда, один для микрофона, другой гитарно-микрофонный. Есть USB-шечка. USB-шечка здесь не только. Вот не только микрофончик, она еще и служит как обыкновенный пауэрбанк. Мы можем сюда воткнуть, и будет заряжать у нас наше устройство. То есть, прикиньте, это же прикольчик. Классная тема. Здесь есть регуляторы регуляторы громкости. С этим мы закончили. А теперь дальше. Здесь у нас компенсаторное вот такое вот отверстие. Как Лена кричала, глубже, когда я начал ее исследовать. Снизу у нас есть кнопка питания, уровень заряда. Есть у нас вот такая вот крутилка громкости. Здесь у нас... О, включение-выключение света. Это управление мультимедиа. Ну, про эти кнопки я вам скажу чуть позже. Одна из них служит для включения, вот это, для стерео-пейринга. Это эхо в микрофоне. Это режимы. И вот эти вот, сейчас я вам скажу, блин, я забываю, как они называются. В общем-то, слушайте, здесь у нас есть вот такая вот подсветочка. Симпатично. Материалы, кстати, классные. Знаете как, Tronsmart... Растут цены, но растут и размеры. Знаете, размер имеет значение. 120 ваттная. Короче, сейчас мы с вами попоем, поиграем и посмотрим, сколько она стоит. Давайте переходим. Годы не те, ребята. Годы не те уже, елки-палки. Ну, звучит он... Сейчас отдышусь. Ну, звучит он, кстати, реально круто. Я записываю специально для вас, скажем так, атмосферный оригинал звука. Посмотрим, что выйдет, честно говорю, передать вот это достаточно тяжело, даже учитывая то, что в нем SBC. Не AAC, не APTX, два микрофончика очень... Кстати, прикольно работают. Короче, мы еще с вами споем сегодня одну из моих любимых песен, которую написал я. Но перед этим... Мы должны с вами посмотреть, сколько чего стоит и что за него просят. Так, подвинем микрофончик. Перед этим, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик. Еще ссылки на правильного продавца разместил в описании под видео. Стоит версия на два микрофона 234 бакса, 235 почти. Дело в том, что есть на один микрофон, есть без микрофона. Она варьируется, разные варианты у вас там под видео, сами посмотрите. И самое главное, что они здесь заявляются, это то, что трехканальная звуковая система, трехканальная синхронизация 100 плюс спикеров, 5 световых режимов, стерео пейринг, потом поддержка у нас беспроводных и проводных микрофонов, кастомный эквалайзер. Вот они, видите, вот она. Видите, вот эта кнопка ТЦ, как она там называется, хрен его знает, но, короче, она синхронизирует 100 плюс микрофон, 100 плюс колонок. И при этом синхронизация идет трека и лайт-шоу, то есть светового шоу. Это очень круто. Теперь... Ну, тут они заявляются про качество звука, тут мы сейчас будем оцениваться. Очень прикольно они светятся. Кастомизироваться все может через приложение, подключение гитарки и, конечно же, караоке. 18 часов. Время проигрывания.
богатый интерфейс, и как мы видим, в виде пауэрбэнка может выступать, но без быстрой зарядки и не боится брызг. Слушайте, ну, в принципе, они тут еще заявляются, что она 100-ваттная, имеет Bluetooth 5.3 и плюс зарядка 3,5 часа. Но мы на это не будем больше тратить времени, потому что хочется конкретно поиграть различные моменты. Сначала идем с вами в приложение, а приложение здесь есть. Выбираем в приложении Halo 200, вот он подключился. У нас есть управление громкостью звука, видно уровень заряда. В настройках есть автоматическое отключение, обновление прошивки. Также у нас здесь есть, видите, музыкальные пресеты по умолчанию, sound pulse, глубокий бас классический. И в настройке у нас есть вот такой вот эквалайзер, который можно регулировать различные частотные диапазоны. Я оставлю пока по умолчанию, потом на рок переключу. Также у нас есть, видите, различные варианты подключения. Само собой, можно сюда подключать флешечку, стерео режим сопряжения, транслировать мастер плюс, это режим вещания. Плюс у нас есть светодиодные режимы. Переходим, смотрим, меняется. Это балет, это дыхание Авроры, симпатичный, кстати, режим. Город фантомов. А тут еще знаете что? Тут когда, город фантомов, прям красивые цвета такие, сине-желтые, очень красиво. Еще и когда меняешь звук, оно, видите, как меняет такой эквалайзер, не эквалайзер, а уровень. И есть карусель, вот такая вот симпатичная, есть звездная ночь. А давайте оставим город фантомов, симпатично просто, вот, мне нравится такой цвет очень сильно. Так, ну круто, давайте начнем с чего-то, послушаем, я вам объясняю. Я слушал на этой колонке достаточно много музыки. И могу сразу сказать, что если мы здесь включим джаз, мы не услышим ничего хорошего, как и классическую музыку. Но если мы включаем электронику, попсу, хип-хоп, биты, то здесь звучит все очень круто. Вот давайте сначала... Воу-воу! У нас Хелен выбегает танцевать. Сейчас пойдет басок сильно громко. Вообще, очень классный звук, чистый. Басочек, да, какой? Еще резонатор сзади вообще классно работает. Сейчас мы снимем, подожди. Сейчас. А? Стол вибрирует, да. А ну давайте ту же самую композицию, только с вокалом. Классно, слушайте. Звонко, громко и очень классный чистый звук. Класс, класс, класс. А ну слушаем дальше. Это фигня какая-то. Фигня. Да, это заснуть. Это нифига не... Под такой надо пресет поменять. Самое интересное, вы же под это еще можете петь. Ля-л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 я. Прикол? Прикол. Дальше, поехали. Давайте по умолчанию. И вот честно вам скажу, больше всего мне понравилось, как здесь играет у нас хип-хоп. Блин, хип-хоп вообще топчик. Я вам серьезно говорю, давайте послушаем. Эй, йоу. И ты такой выходишь в рэперской кепке. 3-2 раз, 25-18, 41-14-15. Слушайте, как там круто. Been making plays, I'm finna dish him a dime. I feel my pocket vibrating, that's your on the line. Check how I'm living with the vision in mind. I'm low side. Камеру дай мне. Камеру дай. You trying to hit me, gotta get in the line. Better go and get you some in instead of dipping in mine. Look, I hit the avenue, baby, I'm on a mission. I feel a stab into you if you gave me some heaven. I used to talk a lot, baby, lady, I listen. I'm quick to cut them if they can play their position. We slizzard inside the Chevy, no left. Вы видели, какой резонанс там вообще идет? Там резонатор сумасшедший вообще играет, просто сумасшедший. А ну, сейчас какую-нибудь без... Сейчас интересный заход.
Толстый парнишка по улице шел. Толстый парнишка сотку нашел. Выпил он бутыль, выпил он два. Вышла такая дома фигня. Короче, ребята, для фристайла. В общем, вообще, действительно очень круто играет. Это что касаемо хип-хопа. Биты. Биты вообще бесподобно играют. Я вам серьезно говорю. Давайте какой-нибудь сразу с акустичкой включим. А потом я еще свою песню вам спою. Куплет хотя бы. Очень старую звучит топово. А при этом вы можете здесь прослушивать практически все, опять же говорю, кроме классики и джаза. Я джаз здесь вообще не советую слушать. И классику в том числе. Так, а теперь моя песня. Не знаю, все очень мои старые подписчики, они знают, насколько я пел когда-то. И, честно говоря, последние два года не пою. Раз. Сейчас мы. Раз. Можете послушать в описании под видео по ссылке эту песню. Не знаю, кому может интересно. Караоке начинается. Деньги, золото, власть и слава. Дальше нам ныть, но мы не правы. Мы как белки бежим по кругу. И руки не протянем другу. Променяли любовь на баксы. Только счастье не сложим пазлы. Суетились, куда-то спешили. Только главным они дорожили. Не скрываясь, нет босс. Знаю, счастье секрет так прост. Не в деньгах он уверен я. Мое счастье, моя семья. Не срываюсь, нет звезд. Знаю, счастье, секрет так прост. Ну а дальше, если хотите слушать, то вперед в описании под видео и слушаем. Вот как-то так. Слушайте, ну крутая колонка. Я реально рекомендую. Очень классно. Дыхалки не хватает, возраст берет свое. Да нет, вообще-то не так. Это что делается? А? Отсутствие практики. Давно не пел, очень давно. Но я конкретно рекомендую. А с вами был Бабл на канале Технозоны. Вот это вот Хала 200.